скучали по нам? Мы по вам тоже. Очередную серию проекта «Дом» мы начинаем в самом важном месте на Минской арене. Раздевалка команды «Динамо Минск». По традиции перед матчем общаемся с динамовскими болельщиками. Прямо рядом со мной Артем и Карина. И традиционный вопрос. Ребят, что ждете от матча? Какие ваши ожидания от игры? Ну, несомненно, ждем бурной, яркой игры. Ждем множество шайб. Не хотелось бы, чтобы закончился сухарем, скажем так, 0-0. Футбольного счета не хотелось бы. Хотелось бы много шайб. Ну и, конечно, победы «Динамо». Если честно, я от хоккея немножко далека. Но пускай просто будут вот эти волны красивые. Так, это хорошо. Мне нравится. Ну и позитивная атмосфера. Я думаю, этого для меня будет достаточно. Супер. Вместе с Артемом и Кариной сегодня болеем за «Динамо». Ура. Да, друзья, кстати, Карина пока ни о чем не догадывается, но впечатлений от сегодняшнего матча у нее будет, правда, очень и очень много. И все они будут очень и очень положительными. Досмотрите до конца, там будет круто. Наверняка у многих родителей возникает вопрос, идти ли с ребенком на хоккей или нет. Мы отвечаем, конечно же, идти, потому что здесь, на Минск-арене, есть абсолютно крутая детская зона для развлечения вашего чада. Джерси, откуда у тебя такое крутое? Купил? Ничего себе. Как давно ходишь на хоккей и болеешь за «Динамо»? С 6 лет. 6 лет, а сейчас тебе сколько? 9. 9, уже 3 года? Да. Кто забьет? Булкин, наверное. Булкин. Хорошо, супер. Теперь по нашим ручкам вот туда. Кстати, напоминаю вам, что благодаря компании «Оливария» на Минск-арене функционирует настоящий бар. Находится он на 6 этаже. Здесь можно употреблять и смотреть хоккей. Посмотрите, какой отсюда крутой вид. Ну что, матч завершен. В тяжелой борьбе победа осталась за нами. Ждем всех вас уже в четверг. Впереди матч с «Трактором».